Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем испытывать инновационную технологию японских ученых, которые еще в 80-х годах прошлого века изобрели специальный материал. На его основе лежит два материала, которые очень хорошо впитывают грязь, воду, масла и всевозможные засорения, которые могут быть на моющей поверхности. И мы посмотрим, насколько оно эффективно моет автомобиль. Итак, что же оно из себя представляет? Достаточно внушительные размеры. Состоит из двух поверхностей. Одна из них такая более-менее гладкая, но такая немножко абразивная, как наждачка. И вторая из них из такого достаточно крупного ворса, который очень хорошо впитывает воду. В некоторых влогах на своем инстаграм-канале я уже показывал, как происходит капиллярный эффект. И вода очень хорошо впитывается в это автополотенце. Ну, в том числе и в любую другую продукцию, которая состоит из этого микроволокна. В том числе той, которой вы моете полы или моете посуду, стекла, зеркала, очки и так далее. Размеры этого полотенца достаточно внушительные. И дело в том, что таким полотенцем можно отмыть полностью всю машину, всего лишь один раз, смочив его холодной либо теплой водой. Горячей водой пользоваться не рекомендуется. Материал сам по себе достаточно приятный на ощупь. Мягкий, бархатистый даже в некоторой степени. Микроволокно, оно очень-очень тонкое. Даже по расчетам ученых, если весь земной шар по экватору протянуть вот этим микроволокном, в итоге его масса всей его длины этой ниточки составит там буквально какие-то сотни граммов. Вот представьте себе, насколько оно тонкое, в сотни раз тоньше человеческого волоса. Итак, для того, чтобы отмыть всю эту машину, не нужно иметь вот это все имеющееся ведро. Можно, в принципе, смочить это полотенце в стакане воды, достаточно будет. Итак, дорогие друзья, что у нас есть? У нас есть ведро. Обычная вода, без каких-либо пенообразующих веществ, никаких гелей, никакого мыла вообще, ничего нет абсолютно. И вот это вот автополотенце. Вот, поэтому помоем всю машину, посмотрим, насколько она грязная, чистая. Не могу сказать, что она очень грязная, в принципе, но пыли на ней уже достаточно. Вот, хороший хозяин ее бы в любом случае мыл. Я отца специально попросил поездить несколько дней, это его машина. Ну, давайте так, вот для наглядности. Но машинка грязная, да? Машинка даже сама просит. Помой меня. Ну что ж, дорогие друзья, давайте приступать. Сейчас помоем эту машину и смочим наше автополотенце всего один раз. Опускаем водичку. Поднимаем сейчас немножечко. Будет другой фокус из камеры, потому что придется свой телефон оставить. Далее мы просто-напросто лишнюю воду убираем. Кстати, рекомендуется получше отжимать, чтобы меньше было воды. Вода не должна мазаться по машине вообще. В таком случае она будет лучше убирать грязь благодаря своей структуре. Вот к нам кошечка пришла. Будем мыть ворсистой поверхностью. Сложим четверо, нет, даже, наверное, 8 частей. Мне так будет немножко удобнее. Итак, начнем с крыши. Наблюдаем, как она очень хорошо смывает грязь. Задние фонари, передние фары, то есть все будем мыть одним и тем же полотенцем. Видим, насколько очень хороший эффект остается, да? Не видно никаких разводов абсолютно. Вот, одна дверь уже помыта. Смотрим. Ну что, я, в принципе, даже особых загрязнений на полотенце не вижу. Кстати, очень хорошая экономия. Я не знаю, как в других странах, в Беларуси, мойка автомобиля, либо самостоятельно, вот, либо с помощью уже специальных щеток, ну, автоматическая мойка. Она стоит у нас примерно одинаково. Это в районе 5 белорусских рублей. Ну, к
курс 2,3 рубля 1 доллар. Ну, считайте, приблизительно 2 доллара там, 2 с небольшим. Итак, смотрим, как блестит наша машинка. Хотелось бы, конечно, дорогие друзья, показать вам все это без монтажа. А то потом скажете, что я вот это полотенце миллион раз там водой смывал и так далее. Там, может, машину чем-то домывал другим. Но, к сожалению, это невозможно. Потому что я сейчас снимаю один, тем более, что у меня техника снимает с разных позиций, потому что вот за моей спиной здесь находится зеркальная камера, здесь находится обычная видеокамера, и я еще снимаю с телефона. Поэтому все это делать не очень удобно, прикладывать оборудование с одного места на другое. Но в любом случае можете поверить, потому что это уже испытано на себе. Но это во-первых. Во-вторых, нет никакого смысла врать, потому что я лично занимаюсь реализацией этих полотенец, ну и другой продукции компании Greenway. Поэтому я лично заинтересован в потоке клиентов, в потоке в реализации своей продукции, да, поэтому какой смысл мне врать, чтобы меня потом вот этими полотенцами где-то подвесили. Итак, мою вторую сторону автомобиля. Не знаю, насколько я достану на крышу. Потом уже без съемок долезу до самой середины, возьму стульчик. Не с моими 1,69 м, как-то достаточно тяжело все это дается. Кстати, все время мою одну и ту же поверхность, может быть, стоит уже и приложить. Вот полотенце самое то по своей, так сказать, по содержанию воды. Не сильно намочено, поэтому следов разводов не оставляет практически абсолютно, даже на зеркалах и на стеклах автомобиля. Вот у нас гости. Будешь со мной машину мыть? Вот такая машинка вышла. Ну, если бы я не снимал, я просто бы мыл автомобиль. Ну, помыл бы его минут за 5. Можно сказать, идеальная чистота. Вот никаких абсолютно разводов нет. Где-то, может быть, я не достал, потому что держал одной... Вот, да, вижу здесь немножко защиту от ветра. Где-то не достал, потому что держать камеру и мыть, ну, поверьте, стараешься немножко и ракурс ухватить, и немножко и помыть. Ну что ж, дорогие друзья, тест нашего автополотенца закончен. И что я, в принципе, могу сказать по итогам мойки автомобиля? Мы испытывали это полотенце на автомобиле Lada X-Ray. Достаточно крупный автомобиль. Это не мелкая машинка. Это такой кроссовер, где достаточно, так сказать, большая поверхность, большая площадь кузова автомобиля. Степень загрязнения, в принципе, не очень сильная. Средненькая такая, пыльные дороги, да. Сейчас в последнее время дождей у нас не идет, поэтому все, что можно схватить из грязи, это пыль автомобильных дорог. Но, тем не менее, машина не мылась около 2 недель. Отец ездит достаточно часто на нем, поэтому ежедневно он проезжает там порядка там 20-30, где-то 50 километров, да. Поэтому в любом случае загрязнение автомобиля было. Мы помыли автомобиль автополотенцем. Внизу в описании назову группу в Вайбере, где вы можете полностью написать свой отзыв. Кстати, сейчас обязательно ставьте комментарии, поставьте, пожалуйста, лайк, если оно вам понравилось в плане тестирования. Или дизлайк, если вам что-то не понравилось, как бы дело ваше личное. Поэтому в любом случае, любому отзыву я буду рад. Лайк, дизлайк, это уже дело ваше. И в том числе пишите, пожалуйста, комментарии. Можете задавать свои вопросы, я буду рад на них ответить. Повторюсь, что я уже на своем инстаграм-канале тестировал на капельке воды, как впитывает это полотенце. На его основе я, кстати, делал тест, как оно впитывает эту капельку. Вот, ну, что еще могу сказать по этому автополотенцу? Мне лично действительно нравится. Я не автолюбитель, оно лично мне не нужно, поэтому мы это автополотенце подарили нашему отцу. Каждая мойка автомобиля экономит ему 5 белорусских рублей, да, это 2 доллара, там немножко больше. Если учесть то, что машину нужно мыть раз в неделю хотя бы, да, независимо от погоды, ну, в том числе, даже если погода сухая, в любом случае машина загрязняется, вот, и считайте, что в месяц вы экономите 20 рублей. Стоимость этого автополотенца 58 белорусских рублей.
Ну вот и посчитайте, что за 3 месяца вы полностью оправдаете мойку автомобиля в специализированных мойках, либо самостоятельно керхером, да, насоса высокого давления, либо автоматической мойкой под этими щетками и так далее. Вот по сути, во-первых, это экономия, во-вторых, это бережное отношение к своей машине, потому что она нисколько не царапает, она мягче любого материала, даже по сути, если микроволокно, оно даже мягче ваты, то есть бережнее ваты, там, ну, по сути, ничего быть не может, да, все-таки хлопок. Вот, поэтому я лично рекомендую. На него есть гарантия, на него есть сертификат качества. Вот, за 3 месяца вы его оправдываете, служить она вам будет уверен не один год, если мыть машину раз в неделю. Ну, а я с вами прощаюсь, большое всем спасибо. Еще раз попрошу, оставляйте свои комментарии, не ленитесь. А я вам скажу, для жителей Беларуси я это полотенце доставляю Европочтой или Белпочтой, в зависимости от региона проживания, потому что Белпочта работает везде по Республике Беларусь, Европочта только в крупных городах и далеко не во всех еще райцентрах. Для жителей России, Украины, других стран СНГ и Европы я просто объясню, как это автополотенце купить так, чтобы доставка была полностью произведена к вашему месту проживания. Ну а я с вами прощаюсь на этом. Всем всего хорошего и пока.